Привет, с вами Руслан, вы на канале ПАФ, и мы продолжаем играть в игру под названием Сифу. Вот, в итоге в прошлой серии мы остановились... Давайте вот так, наверное, сделаем. В прошлой серии остановились на том, что мы пробрались какую-то шляпу. Мы охотимся... Короче, то ли нашего отца, то ли нашего деда, по-моему, отца. Убили. Вот, потом убили нас, но какой-то амулет смог возродить нас как бы к жизни. И вот суть в том, что мы повзрослели после этого, и теперь охотимся за ними. Как видимо, мы идем к первому боссу. Вот, и в прошлой серии, к сожалению, звук из игры не записывался, это очень неприятно, но теперь все должно быть как надо. То есть она почему-то не сохранилась с того момента, поэтому придется показать, на что мы на самом деле способны. Только мне еще бы... Так, есть. Оп, хорошо. Надеюсь, в этот раз будет все слышно и будет все... Погнали, погнали. Оп, хорошо. Раз, два. Так, по голове. Оп, оп. Оп, 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 оп. Бля, в этот раз, кстати, быстрее. У нас осталось сколько? Ага, ага. Ага, теперь вот это. Ага, ага, ага. Так, есть, пошли. Есть, берем новую. Есть, оп. Хорошо. Я немного просто еще не вкурил в то, что мы играем. Так, вверх-вниз. Оп, ох ты. Нифига он. Так, ладно, пошли, все, задолбали вы меня. Это, по-моему, самый сильный из них всех. Окей, остался последний. Окей, вот так вот мы быстренько с ним разобрались. А, мне туда. Хорошо, короче, нам теперь надо бежать туда, как выкинуть эту шляпу. Выкинь ее нахрен. Ладно, оставим. Оставим, может она нам пригодится, кто знает. Все, в прошлой серии мы здесь и остановились. Вот здесь вот. Чуть-чуть не пролетело, ну и ладно. Хорошо, идемте. Казалось бы, здесь почти все готово. Последняя сумка на подходе. Ага, ага, поспи, отдохни. Ага, 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 ага. Домой, следующий. Так, здесь все, вроде чисто. Идемте дальше тогда. Какая-то последняя сумка. А, они наркоту же варят, точно. Так, ну что ж. Ага, оп, 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 оп. Есть, есть, оп. А теперь мы удар по глазам. На, 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 оп. И вот так тебе в кадык. Хорошо. О, оп, оп, оп. Ай, подожди, да ты не то нажимаешь. Да подожди ты. Так, окей. Конфу. Ах ты маленькая тварь. Оп, оп, оп. И вот так, и тебе. Вот так, оп, оп. Я еще не помню, как мы там уворачиваться. Давайте попробуем. Ага, 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 ага. Есть. Это что сейчас было? Мне вот этого бы дядьку убить сейчас. Да ты иди ты! Ай-яй-яй. Так, хорошо, этот готов. Будем... Оп! Я не знаю, кстати, как он нас убил. Сдаться. Подняться. При воскрешении значение счет. Тимош, не ори, ну ты видишь, что я делаю. При воскрешении значение счетчика смерти добавляется к вашему возрасту. Хорошо, продолжить. 21 год. 21 год нам. А вот теперь тебе пора умереть. Да подожди. Я не знаю, кстати, как мы в прошлый раз.
Да держи, добивай, добивай, хорош, хорош, хорош. Это что значит ноль? Возраст 21, ноль. Это что? У нас типа есть еще шанс теперь, я не понял сейчас. Была одна смерть, стала ноль. Мы пришли отсюда. Так, там что-то... Ага, там стекло. Окей, хорошо, надо быть готовыми теперь и поменьше умирать. Склад, он все ближе. Да, согласен, согласен. Так, здесь у нас поживиться и посмотреть не на что. Давайте сразу откроем дверь. Опа. Открыть древо навыков. Давайте откроем. Мы можем что-то открывать, правильно? Мощный удар по коленям противника. Так, хорошо. Круговой размах, концентрация. Заряженный бэкфист. Удерживание. А, это как Брюс Ли, да? Так. Y, Y, Y. Так, хорошо. Вверх, вверх, Y. Это что у нас? На. Ага. Что еще есть? Угу. Концентрация. Ой-ой-ой-ой-ой. Перехват оружия. Отмена толчка. А, это чтобы мы не падали. Ой-ой-ой. Отлично. Не, я думаю, мне, кстати, вот это очень понравилось. Вот это. Давай попробуем. 750, 750, давай попробуем. Так, подожди, подожди, подожди. Не знаю, что... все, я понял. И теперь у нас... Сейчас, теперь мы можем... Раз, два... Ой-ой-ой, раз, два... Нет, стоп. Раз, два... Подожди. Раз, два... Три. Или быстро вот так. Все, все. Прыжок, лазанье. Нам это не нужно. Так, нет, мы отсюда пришли. Нам нужно наверх. Ага. Брюс Уиллис. О, Брюс Ли. Так, давай попробуем. Попробуем на тебе сейчас. Не-не-не-не-не-не-не. Оп, оп, оп. Ух. Так, раз, два. Да подожди ты, раз. Раз, два. Три, вот, ну это тяжело будет сделать. Еще один прыжок у меня получится. Согласен, у тебя все получится, давай разбежимся. Чтобы у тебя точно получилось. Потому что неизвестно, побежали. Ну пока приноровишься. Вот на самом деле. Опа. Жаль, но придется вышвырнуть тебя обратно. Серьезный аргумент. Очень весомый, серьезный аргумент. Так. Так, 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 тан, тан. Бей, бей, бей. Оп, хорошо. Хорошо. Отходим. Ого! Нифига. Теперь я. Блин, мне не получается сделать эту тычку. Ох ты! Ай, не получается. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай попробуем. Раз, два, три. Не, нормально. Хорошо, идем нормально. Да, погнал, просто лупим его. Так, хорошо, по яичкам. Опа. Это весь ваш босс? У меня жизни мало. Ой-ой-ой. Так, это что у нас? Блокнот исследования. Деньги от наркоторговли. Деньги от шантажа. Не сомневаюсь, что тут есть и деньги от заказных убийств. Согласен, согласен. Надо посмотреть, кстати, схема. Во, нам нужно вот сюда. Это у нас бывшая промышленная зона, когда не стало работы, не стало жильцов. Теперь заходи банды. Не помню, кто там живет. Кто-то явно из этих, из бандюк. Ну, сейчас мы и проверим это. Так, ну, как видимо, сюда никуда нельзя, поэтому пойдемте сюда. О, блин. Я думал, минус еще одна жизнь. Ага, ага, ага. Так, 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 так. Хорошо. Один есть. Второй будет? Кабинки. Ничего не открывается? Ну ладно. Значит, всего лишь один. Значит, всего лишь один. Значит, мы со всеми... Я не хочу опоздать клуб. Давайте, шевелитесь. Почему у меня не получается? Так, у него нож. У него очень опасный. Или нет, сейчас. Раз, два. Блядь. Что такое сейчас было?
Обидно! Да я ни разу еще... Я ни разу еще не попал вот этой штукой. Раз, два, три. Оп, есть. Хорошо, погнали по классике. Тыркаем на все, что попадется. Жизни мало. Ах ты, тварь. О! Я чувствую, как начинается все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Это только начало. Должно быть, тебе нравится поражение на вкус. Давай проверим. Надо запомнить вот это вот. Вот эти все умахи. Оп, оп. Давай-ка его. Хорошо. Это оп, оп. О, подожди, дезориентировал, подлюка. Оп, хорошо. Да-да-да, бей его. А теперь моя очередь вот этой штучкой владеть, да? А вот так, неужели лучше тебе, да? Смотрите-ка на него. Оп, блядь, что-то тяжело, я не пойму. Так, вот если так я делаю, а если вот так? Не могу вспомнить, смотрите, вверх-вниз это подсечка, хорошо, а вверх-вниз... Так. А как? А-а-а. Хорошо, а если я вот так делаю? Не понимаю пока. Берем это с собой. Не понимаю еще пока, что он может, как это делать правильно и что он умеет. Надеюсь, со временем мы это обязательно разберемся с этим. Исследовать. Сожжение 22.00 клуб. Здесь я надеюсь встретиться с Шоном. Один из бандитов упоминал, что будет делать здесь ставки на мероприятии сегодня вечером. Хорошо. Получается, у нас босс, а нам уже 22. Как ты тут оказался? Это было довольно сложно. Я даже разговаривать. Ого! Хорошо. Ай, я подожди! Мне уже 24. А это очень плохо. Она уже по 2 прыгает. Жестко. Хватит, вставай. Фак. Окей, окей, обнулилась. Связка ключей. Благодаря этим ключам перемещаться по складу будет намного проще. Что-то нам, знаете, как-то стало намного тяжелее. И они начинают долбить, прям долбят. И нужно как-то запоминать их тычки, запоминать, что они там, куда они там. Хорошо. Мы отсюда пришли. А, я понял. А, эти ворота защищают их грязные деньги. Теперь они не защищают их грязные деньги. Колокола что-то долбят. Не ожидала? Не ожидала? Получи. Пороже. Ой, их там много. Чувствую, мы сейчас поумираем. Как жестко. Нельзя уже. Как он это делает? Вот как он это? Я первый ударил вроде. Хорошо, получай, получай. Теперь ты... Хорошо. Да, блок. Оп, оп, эть, отходим чуть-чуть. Эть, оп, ага, ага. Так, на, угу, получил. Так, хорошо, хорошо, кунг-фу. Опа, в ответочку. На, получи, берем бутылку. На, оп, пошел. Опа. Жестко. Ой-ой-ой, а что это тут потерянное? Подожди ты. Блин, немного, знаете, у меня уже 25, а мы проходим только первую миссию. Ладно, я думаю, со временем... Хочешь еще? Да, хочу. Ты получил? Ага.
А дядя серьезный, смотрите. Так. Оп. Ай-яй-яй, нифига. Так, ладненько, берем. Отходим. Ай, зараза. Прикиньте, какая тварь. Так, окей, ты получил. Ага, ага, сейчас будем с ним драться. Немножко. Ой, да подожди! Нет! Нет! Блять, я так нафига. Хорошо, это сейчас, если он попадет. На, на, на! Блин, это очень напряженная игра, я вам скажу вот что. И тут просто так не пробежишь. Пробежишь быстро. Нужно прям запоминать ее. Минус одна жизнь. Босс говорит, никого не пропускать. Фахар должен оставаться в одиночестве. Да? С дороги. Хорошо. Все? Дайте дядьки посерьезнее, мне кажется. Хоп, хоп, хоп. Куда пошел? Блять, вот как это сделать? Я не понимаю, он не отражает эти атаки. Да куда? Погнали. 26. Он не отражает атаки палкой, то есть он один раз... Что, правда? Хочешь сейчас добавки? Подойди сюда, я тебе покажу. Да, да, что скажешь теперь? Угу. Идем. Сейчас я вам покажу. Я иногда так делаю, чтобы в микрофон не дышать от нервов. И, короче, у нас, по идее, сейчас уже заканчиваются вот эти мелкие твари. Нам уже 25. Мы на месяц потратим всю жизнь. Все жизни. Берем. Так, счет. Хорошо, я могу прокачать что-то. Восстановление увеличенного... Так, увеличение прироста структуры при успешном уклонении. То есть он бьет, да, вот это, когда я прыгаю? Угу. Хорошо, это что у нас? Оружие нам увеличит урон эффект. Так, ага. Обнулить счетчик смертей. Увеличит урон эффект наносимым оружием структуры противника. Хорошо, хорошо, 500. Да, 500 берем. Я понял, как здесь... А больше нельзя? Я думал, все, пока не потратим. Блин, обидно. Ну ладно, ладно. Фига у них тут коридоры, чисто лабиринт какой-то. Открывай. Мне кажется, здесь босс будет сейчас. Никого нет. А здесь что-то лежит. Карта. Ключ-карта. А, ключ от комнаты в убежище. Сейчас посмотрим. Это, по идее... Я не помню, сколько их было. Раз, два, три, четыре, пять, девять, десять. Сколько? Дверь в отдельную комнату. Не открывается. Похоже, что за ней скрывается чья-то личная комната. Я даже знаю, чья. Наверное, этого мужика, которого мы как раз ищем. Ну, ладно. Хотя нет, наверное, ну да, да, по-любому его. Ну что ж. Ой. Да нет, это невозможно. Это что-то он быстрый? Ух ты! Ага, я понял. Он какая-то подлюка прям. Я понял, хорошо. Оп, оп. Оп, хорошо. Теперь наша очередь. Блять, слушайте, а он сильный какой-то. Ух ты, нас зажали. Отходим, отходим. Отходим, надо немножко передохнуть. Ага, ага, а вот так не хотел. Отходим, отходим. Оп. Хорошо, небольшая передышечка. Что-то он какой-то псих вообще. Хорошо, отступаем. Отойди ты, блядь. Какой псих, как реально. Так, немножко, бля, у меня еще одна тычка, я...
Почему два? Что? Стоимость... Крутой взмах концентрации. Хлесткий удар ногой. Давайте, давай, 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 берем. Что еще можем взять? Мощная подсечка. Хорошо, тоже берем. Давай вот этот... Нет, стоп, там нужно... Много же есть, правильно? Плывущий коготь. Быстро. Игрик. Оп. Берем. Хорошо, поднимаемся. 28. Охренеть. Мы уже не молоды. Нам было 20, да? Оп-оп. Я не могу понять. Блять, какой жесткий тип. Мы-то его выиграем. А сколько? Я не хотел бы быть уже... Ау! Блять, да отойди ты, господи. Как его там... Вау. Стоп, хорошо. У нас уже половины жизни нет. Так, опа. Хорошо. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй. Оп, тихо, отходим. Отходи. О, интересно. Интересно, дядька, нифига. Блять, вот тварь. Сбил нас с ног. Нет! Ах ты! Оп! Блять, 3 года, ребят. Это очень, кстати, уже много. Нам уже 30. Хорошо. Ну давай. Ой, у него же бородка появилась. Мы уже постарели, мы уже лучше стали. Ой-ой-ой, оп! А чё, все? А чё ты упал? А типа, вторая стадия? А это нечестно. Мы же его убили. Бля, он уже такой повзрослевший. И что это? Оп, а теперь я. Ага. Да, блядь, какой же он жесткий, а. Блядь, смотрите, что он мутит, а. Блядь, что же он там мутит? Это вообще трэш какой-то. Так, у нас уже проблемки. Нам уже 34. Первый босс. Ладно, не, я думаю, это норма, потому что мы пока только... Ага. Надо просто грамотно, короче, двигаться. И как это парировать? Вот мне кто-то объяснит? Ага, ага. На! Я понял. На, оп, ага. На, бля, слушайте, клево. Давай добивай. Сейчас, зараза. Оп. Ага, ага, ага. Ага. Оп. Так. Ага, ага. Оп, оп. И в ответ ему. Ага. Ага. Оп. Ух, ух, ух. На. Добивай. Ну добей его. Хорошо. Лупи, лупи. Слушайте, я начал понимать, как драться. Ага. На. А. Так, хорошо. Ать. На, эть, давай добьем. Ать, а, нет, нет, только нет, нет. Поднимаемся. Сколько нам уже? 38. На босса мы потратили почти 20 лет. Мы уже... Хорошо, ладно. Ага. Вот эти подсечки, кстати, меня очень напрягают. Вот как это парировать? Давай хоть к 38. Я целых 8 лет готовился к этому моменту.
Да, у него глаза испуганы были. Но это такой немножко эффект наслаждения. Не знаю, мы когда деремся, я ничего не могу говорить. Мне только эй, о, и, о. Напряжно очень. Но ему уже 38 лет. Это очень жестко. То есть, если по 20 лет на каждого, а их там было очень много. Когда-нибудь нам станет 70. Так, нет, нам не сюда. И вряд ли нам сюда. Мы уже, короче, одного босса убили. Насыщенно. Достаточно насыщенно. А, мы уже дома. Отец. Учитель. Не понимаю, кто пока, но... Так, мы еще можем сюда подойти. Что нам дает? Так, у нас есть 1700. Давайте посмотрим, что нам дает. 1500. Так, нырок с движением вперед. Еще раз так. Блин, ну это надо прям, знаете, здесь прям зазубривать, надо прям отбивать. Даже не представляю. Уклониться в сторону цели. Угу. Хук способен противостоять атакам во время его зарядки. Продолжить атаку по отброшенному толчком противнику, чтобы сбить его с ног. Ага. Удар рукой в пах. Это нормально? Ну давайте посмотрим. А обратный бросок. Нет, это не очень. А, мы про эти забыли. Я вообще про все забыл. Удар из приседа. Ага. Кривая нога. А, удары вдогонку. Ой-ой-ой. На отброшенном толчком противнике. А, продолжить атаку по отброшенному толчком противнику, чтобы нанести мощную серию ударов. Берем. Это мне нравится. Это мы берем. И давайте еще что-нибудь возьмем. Две ладони концентрация. Ой-ой-ой. Ну так. Отмена толчка. Перехват оружия. Удар в лицо, концентрация. Круговой взмах, концентрация. Да, давайте вот это возьмем. Пусть будет. Так, древо навыков. Нам 38, и у нас уже 3 смерти. Нам уже 38 лет. Давайте посмотрим, что мы еще собрали в этом походе. Так, ну здесь пока... Ага, это минус 1. Вот бабуся еще 2, 3. Вот этот 4-й. Да, я понял, хорошо. Хорошо, что у нас тут есть? Это какой-то шкаф. Посмотрим, что в этом шкафу. А, одежда. Не, ну мне не нравится его костюм, он не выглядит как этот, как какой-то боец. Ну ему он уже такой взрослый, я вообще в шоке. А, структура блок парирования. Давайте учим блокировать атаки противника с помощью... Подавился. С помощью парирования. Нет, я думаю, тут больше ничего нету пока, да? Ну, пойдемте сразу на следующий клуб. Трущобы. 15 из 17, два ключа. Не знаю, что это значит. Рекорд 6, нет, я второй раз не пойду. 19, это 15. Свеча уже как будто догорела. Возраст был 20, но мы можем переиграть, получается, правильно? Следовательно, если мы правильно пройдем, то возраст сохранится. То есть мы можем перепройти. Но пока идем, пусть идет как идет. А там мы уже посмотрим. Так, загрузочка. Тяжело, я даже немного это вспотел весь. Начать? Даже не пытайся, ты не пройдешь, если у тебя нет в списках, да? Хорошо? А, за что мы его... А за что мы его ударили? Я думал, это охрана. Так, это клуб. Это клуб. Туда не пробраться, там колючая проволока. Ага. Держим. Ой, как хорошо. Ой, боже мой, это просто... Ага. Хорошо. Мы его убили? Интересно, он мертв? Или это что у нас, ключик? Хорошо. Заходим. Надеюсь, мы в бан не улетим за это. Где его можно найти? У нас... Security.
Ага, ага. Ага. Подождите, вот если я вниз делаю. Ага. То есть... Опа, хорошо. Добиваем эту тварь. Сколько, блядь, у него вот подряд просто может быть бесконечно? Не пойму, он там тыркает своими. Заходим. Ой, клуб как бомжатник. Хоть бы убрали, блин, люди ходят они. Это все... Хорошее начало. Ой, хорошо. Блять, как я отразила. Ага, ага. Оп. Ага. Да, отходим. Надо, главное, держать дистанцию. О, как же он двигается. Ага. У тебя браслетики классные. Заберу-ка их себе. Хорошо. Ага, ага. И ты идешь домой. И мы жизнь немножко восстанавливаем. Вот что я заметил. Оп. Да, может, ты уклонишься уже? Ага, так, этот минус. Ну, жизнь мы восстановили, конечно. Ага, ага, держим. Ай-яй-яй. Тихо, отходим. Нам нужна небольшая передышечка. Вот этот минус. Так, у нас остался один, еле живой. Оп, оп. Ай-яй-яй, он еле живой, что-то нас не убил. Минус. Хорошо. Так, ты босс или... Ага. Пошла. Ага. Так, ага, это поднимает ноги, я понял. Есть, пошел. Ой-ой-ой, это я сейчас парировал. Я сейчас очень клево парировал. Мне очень понравилось, прям клево. Так, хорошо. Бежим нам, наверное, наверх. Нет? А это что? А-а-а. Ага, хорошо, значит, нам сюда. Что? Ага. Какие-то червячки на меня нападают. Так. Увидели он сейчас? Ай, подожди. Дядь, ну что ты, что-то... Все, пришла. Удар по глазам. На, дальше. Нельзя пока. Не такой ты крутой. Да, все, берем на рандоме. На рандоме погнали. 41. Надо запоминать комбо, запоминать. Без них мы ничего не сможем сделать. Мне еще бы понять. Опа, оп. Блять, как он жестко лупит, а? Я еще не понял, вот смотрите, мы, то есть... Я не пойму, не понимаю. Так, раз, два, три... И погнали. Как начать резко бить? Так, давай посмотрим. А, комбо. Быстрый удар. Вот они. Легкий удар. Не, я понял. Удар на восходящий коготь. А, так. Восходящий коготь. Как-то, короче, у него... Вот. Нет, не то. Нет, это тоже не то. Вот. На отброшенном... продолжить атаку. Ой, долбит. Продолжить атаку по отброшенному толчком противнику, чтобы нанести мощную серию ударов. А как отбросить его толчком? Так, раз, два. Не пойму, то есть... Ладно, разберемся, нам уже 41, в принципе, мы уже взрослые люди. Сейчас мы на тебе и проверим. Ау-ау-ау-ау-ау. Оп, куда собрался? Оп, хорошо. Да увернись ты. Хорошо. Так, теперь ты. Вот куда? Куда ты? Оп, ага. С двух сторон захотели.
я понял, как это делается. Но я думаю, на этом все. Продолжим в следующей серии. Достаточно насыщенная, мы убили одного босса. За одну буквально локацию мы подняли 21 год. Это очень жестко. У нас еще там какие-то статистика двух смертей. Но ладно, я думаю, на этом все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, оценивайте, ставьте лайки, обязательно комментируйте. И всем удачи, всем пока.